нашей пресс-конференции принимает участие главный тренер игравшейся в ЛДК Юрий Шупров, Владимир Петрович. Игра сложилась интересная до конца, с первой минуты до булита. Ну, у нас не совсем хорошее начало было, но я очень рад за ребят, что они не опустили руки, работали, забили гола и сравнили счет. Это в этом плане и тактическом, и моральном, и воля была, показали характер. Поэтому им благодарен. Я рад, что просто и в овертайме играли очень хорошо в дисциплине. Ну а болит это у нас немножко проблемы в этом плане не получается. Это не только мастерство, фортуна, а решающий момент как-то. Будем работать на этом. Поздравляю, ребята, из очков, потому что надо уважать команду. Это у нас классная команда. Если мы играли, в принципе, посмотрели команду противника, как она играет. Первые полтора периода, в общем-то, играли хорошо. Очень дисциплинированно, строго в обороне. Все как бы у нас вышло нормально, забили два гола. Потом вдруг со второй половины второго периода все полетели в атаку, все пошли забивать. И все, и развалили сами, свою оборону развалили, позволили противнику забить эти два гола, которые, в принципе, ну, как бы наполовину организовали сами. Поэтому, ну, в булитах, я скажу, нам повезло побольше. Что-то, наверное, да. Вот молодец, Ярко имя забил два раза. Это не так просто. Все. Пожалуйста. Показалось, что о конце матча команда очень сильно просела физически. То есть ЦСКА владел преимуществом, конечно, наседал и там чудом не забил. Ну, там было большинство. Это из-за травм, потому что, да? Может быть, не столько мы там подсели, сколько там боялись, наверное, проиграть. Хорошо. Давай. Есть уже какие-то данные по травме Дарзина, что он не играл, получается, полтора периода? Да, да. Наверное, похоже, что выпал месяц на пять. Похоже, пока не точно. Да, но предварительно так. А рука, нога, он будет как? Да, премиально. Еще пару слов. Спасибо. Спасибо. До свидания.